Привет! Хочу показать вам средства харьковского производства серии «Природа». Называется «Санипэт» для приучения собак к горшку, к туалету. В этом средстве содержатся экстракты мяты и мелиссы, а также спирты нашатиловые, изопропиловые. Идет он в бутылочке 250 мл с удобным спреем, который можно выключать, переключать в режим струи или распылителя, так как вам удобно. Производитель описывает в забавной форме процесс приучения. Ну, мы проще это сделали. Есть вот горшок, пеленочка, у нас еще щенок, и в принципе работает это таким образом, то есть на расстоянии 20-30 сантиметров нужно просто побрызгать, один раз достаточно. И вот, как видите, есть уже результат. Щенок стал чаще ходить на пеленочку. Я думаю, что поможет это средство и вам. Покупайте в магазине «Шаншанка».